Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и я Трэш. На свете есть много очень странных вещей. Женский футбол, индийское кино, реклама водки в России, но есть особые странности. Представь себе изысканный сортирный юмор Саус Парка вместе с безумием японского ТВ-шоу. Не получилось? Честно говоря, у меня тоже не вышло, поэтому я и скачал эту игру. Итак, пока все мы ждем выхода Саус Парк The Game, студия Game House подарила нам чудную аркаду Саус Парк Мега Миллионер. Не стоит пугаться слова миллионер. Это не аналог той знаменитой телевикторины с кучей вопросов для любознательных идиотов. Тут тебя ждет кое-что получше, но обо всем по порядку. Завязка игры основана на том, что наши старые знакомые хотят подзаработать деньжат, участвуя в телешоу. А что может быть проще? Но по ходу игры оказывается целая куча непредвиденных обстоятельств. Проблема в том, что чувство юмора у японцев весьма странное, и тамошние телезрители обожают смотреть на мучения участников программы. Да и вообще, как я уже упоминал в одном из предыдущих выпусков, взгляд на мир у наших желтолицых друзей явно искаженный. Вы в жопу, а я домой. Хотел, как обычно, сказать Картман, но передумал. Ведь на кону был целый миллион. Вот так жадность перевысила благоразумие в маленьком жиртресте. Но это было еще только начало ужаса. По правилам шоу, участники должны преодолеть полосы препятствий в духе классической аркады, попутно собирая деньги и специальные фишки. В каком-нибудь европейском шоу этого было бы достаточно. Но безумные азиаты пошли дальше. Проделать все это нужно, надев роликовые коньки. Вроде мелочь, но игру это меняет в корне. Учитывать постоянные скольжения и откаты зачастую просто невозможно, что вносит массу неожиданностей даже в самые простые уровни. Так что, как видишь, здесь придется не раз падать в чаны с коричневым маслом. Если это, конечно же, масло. Хотя, даже в таком случае есть свои плюсы. За каждое дурацкое достижение тебе будут начисляться особые бонусы. Кроме того, сумрачный японский телегений придумал массу изысканных испытаний, как перенос дерева бонсай на голове или доставка чая злобным пенсионерам. Не подкачали и препятствия на пути. Борцы сумо, мужики-кролики и огромные рыбы-фугу. Также свою долю помешательства вносят шутки телеведущего. Шизоидные, как и само шоу. Кроме всего прочего, в игре есть целая база звуков. В разделе игрового меню ты сможешь послушать все самые известные реплики персонажей сериала. Учитывая специфику японского шоу, больше из них, конечно же, грязное ругательство. Перейдем к достоинствам и недостаткам игры. Плюсам в первую очередь относится сам геймплей. Как уже упоминалось выше, такая простая идея, как роликовые коньки, заставляет посмотреть на стандартную аркаду под совершенно другим углом. Также к плюсам добавлю довольно хорошую анимационную графику, отлично передающую атмосферу адского телешоу. К минусам отнесу неважное управление, реализованное здесь в двух вариантах – тапы по экрану и акселерометр. В первую очередь для любой аркады важно именно хорошее управление, поэтому разработчикам стоило бы добавить стандартные виртуальные кнопки, как в большинстве подобных игр. Наверное, еще одним минусом для фанатов будет слабое отношение игры к оригинальному сериалу. Итог. Довольно качественный проект по мотивам всеми нами любимого сериала с кучей свежих идей. За счет своей оригинальности игра South Park Mega Millionaire придется по вкусу не только фанатам самого South Park, но и ценителям хороших, интересных аркад. На этом все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Там еще много интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч! Poker face, pop, pop, poker face.